Работники столичного управления культуры, журналисты, музыканты в народных костюмах встречали гостей из Томска. Артистов фольклорного театра «Разноцветие» встретили хлебом, солью и вином. Наталья Леонова, директор Центра сибирского фольклора, познакомила нас со своими подопечными. Это профессиональный творческий молодежный коллектив. Коллектив существует 17 лет, и был он создан на базе Центра сибирского фольклора. И вот в январе этого года ему присвоен статус муниципального коллектива. Коллектив лауреат международных конкурсов фестиваля, объехал практически всю Россию. 4 года назад в Новосибирске на международном фестивале национальных культур томичи познакомились с ансамблем из Приднестровья «Ватры». С тех пор оба коллектива поддерживают дружеские отношения, но из-за плотного гастрольного графика ансамбль только в этом году нашел возможность посетить Приднестровье. Они своими выступлениями, своими песнями, плясками очень понравились нам там, в Сибири. Сибирь действительно богат талантами. Мы рады, что сегодня именно у нас в гостях из такого далекого города, так скажем, города Томска, Сибири. И мы рады их приветствовать на нашей земле. Руководство театра «Разноцветие» прибыло в Приднестровье днем ранее. Необходимо было решить некоторые организационные вопросы, утвердить график выступлений. Но все же они, несмотря на непродолжительное время пребывания в столице, остались довольны увиденным. Выступление театра «Разноцветие» жители и гости столицы смогут увидеть 2 сентября на импровизированных сценах в центре, в микрорайонах Октябрьский и Западный. Также томичи пообещали выступить в Бендерах по случаю его юбилея. Станислав Стоянов, Роман Донец, Первый республиканский телеканал. Фольклорный театр «Разноцветие» принял у себя глава госадминистрации Виктор Костырко. Мэр Тирасполя рассказал гостям о наиболее важных моментах истории Приднестровья. Гости, в свою очередь, поблагодарили Управление культуры за приглашение. Фольклорный театр «Разноцветие» – коллектив сравнительно молодой. Совсем недавно ему исполнилось 17 лет. Сегодня в его составе есть и лауреаты международных конкурсов. Они-то и поделились с руководителем столицы рассказами о своем родном городе, о памятниках и об уникальной деревянной архитектуре. Сейчас в планах коллектива выступление во Дворце Республики и на главной площади столицы во время празднования 18-й годовщины со дня образования Приднестровья, также выступление в Бендерах. Также в планах коллектива сотрудничество с приднестровскими ансамблями, а точнее приглашение ансамбля «Ватра» на межрегиональный фольклорный фестиваль в Томске. Станислав Стоянов, Андрей Малеван и Роман Донец, Первый республиканский телеканал. У памятника воинам-авиаторам концерт открыли гости из Томска. В Приднестровье они уже около недели. И сегодня Центр сибирского фольклора дал последний концерт. Многообразие нашей сибирской культуры показать за 40 минут очень сложно. Мы выбрали особо яркие моменты нашей программы, потому что у нас есть и обряды, у нас есть обряд «Игры на макушке лета», и сибирская свадьба, и томские осенины, и колядки. То есть по каждому времени года есть свой обряд. И мы показали, вот да, и мы показали кусочки маленькие, отрывочки, чтобы люди имели представление просто, что такое сибирская культура. Настолько нам хорошо здесь, настолько комфортно, настолько добродушные все, доброжелательные. И вот знаете, что нас поразило? У нас тоже много вот таких праздников, но вот такое чувство патриотизма у всех граждан нас просто, вот понимаете, поражает. Нам до этого, правда, поверьте, еще далеко. Тираспольские коллективы также участвовали в концерте. Это и народные ансамбли, такие как «Ватра» и «Самоцветы», танцевальные и сольные номера. Мне нравится дарить людям радость, хорошее настроение, праздник в первую очередь. Эмоции очень хорошие, тем более, что здесь были гости россияне. Это очень значит для наших приднестровцев. Наверное, нас везде все-таки знают. Раз гости приехали к нам в этот закуточек небольшой, значит, все-таки о нас наслышаны. Выходной день, праздничный день, все празднуют. Радость для детей, для взрослых, для пенсионеров. Недостатка в зрителях не было. На звуки музыки собрались столичные жители, отмечающие День Республики. Благо, вход на концерт бесплатный. Мероприятие, посвященное совершеннолетию республики, на этом не заканчивается. Впереди самое яркое событие и, наверное, самое ожидаемое. В 21:00 небо всех городов Приднестровья взорвет праздничный салют. Дмитрий Вахницкий, Александр Щебан, Первый республиканский телеканал.